Но у него очень интересные тренировки и так, манера общения. Мне всегда нравилось. А в чем? Ну, просто некий, кто его не знает, там, допустим, когда он начинает там якобы ругаться, все воспринимают это как будто, что он недоволен, а он, допустим, тем самым как-то подбабривает игрока. Загу все время был недоволен, что он заговорит. Ну, и начинает там по-голландски что-то говорить, вроде как ругаться. Вот. А он воспринимал это как не оскорбление, а то, что им все время недовольны. А он хочет его, наоборот, завести, чтобы он там больше бил. Там упражнение было, где нужно было больше бить поворот на сближенных воротах. Вот, как-то его завести, ему казалось, что, может быть, он там недостаточно агрессивен.